Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». І сьогодні у нас в гостях дуже цікавий гість. Це експерт з енергосектору. І це Дмитро Марунич. Вітаю вас. Здравствуйте. І перше питання, я думаю, що воно, знаєте, краєугольний камінь, як це на руському буде, на українській мові, це наша атомна генерація електроенергії. Тобто ми розуміємо, що це більше 50% в принципі електроенергії, яку зараз видобувають на Україні. І от з вашої точки зору, що зараз з нашими АЕС? Тому що ми розуміємо, що вони ще будувалися при Радянському Союзі. І там дуже великий процент вже... Що робити з цими електростанціями? Амортизація, так, і амортизація, і інше. Ви, звісно, з місця в кар'єр, я навіть не чекав такого просто, прежде всего, или в начале. Ну, как говорится, все-таки здравствуйте и спасибо, что пригласили. Я, наверное, вашей передаче впервые. Что касается состояния ядерной генерации Украины. В целом, несмотря на то, что последняя станция была введена, последний блок был введен в эксплуатацию, чтобы, не дай бог памяти, еще в начале 90-х, уже после развала Союза, но строился он во время Союза. Да, уровень амортизации значительный, и есть к этому вопросы. В целом, отрасль работает достаточно стабильно. У нас за последние годы, если взять по шкале МАГАТЭ, есть соответствующая шкала МАГАТЭ, инцидентов, которые имели бы ядерный характер и характеризовались бы как как ядерный инцидент, не было вообще. Последний был, если не ошибаюсь, аж в начале 2000-х, и то он имел там, ну, по шкале был всего лишь 1-2 балла имел. То есть это несущественный инцидент. То есть не было никаких существенных ядерных инцидентов, которые могли иметь влияние на ядерную и радиационную безопасность. Это первое. Другое дело, что в последние годы, это особенно характерно для, может, даже не 19-го, а 18-16-го года, 16-18-го годов, наблюдалось большое количество отказа оборудования в неядерной сфере. Это трансформаторное оборудование, иное оборудование, которое не касается именно самого ядерного реактора. Там есть объективные факторы, субъективные. Объективные были вызваны, вот вы начали с того, что атомная генерация вырабатывает 50 и более процентов электрической энергии. И эта доля уже при специфике тех блоков, которые строились в советское время и проектировались, она сложна для маневрирования энергосистемы. И насколько я понимаю, вот некоторые режимы, которые задавались для блоков атомных электростанций диспетчерами, а их все равно зовут диспетчер внешней компании «Укрэнерго», они были, точнее, они провоцировали и в конечном итоге могли спровоцировать отказы оборудования в неядерной сфере, вот прежде всего трансформаторы, генераторы. Ну, то есть вымогали больше электроэнергии, чем запрограммованные. Ну, не совсем так. Просто смотрите, как бы ядерный блок, так вот по-простому, советского дизайна, которыми оснащены все наши станции, он проектировался на работу в базовом режиме. Его очень, им сложно поднимать мощность, точнее сложно, это все возможно. Но это таит за собой ухудшение экономики компании «Энергоатом», выгорает топливо быстрее, чем должно было быть. Но работает в не совсем проектных режимах. И плюс, по всей видимости, вот все эти истории, которые в неядерной, скажем так, в неядерной части всего этого хозяйства, атомно-электростанционного, вот они имели место быть. У нас был целый ряд отказов оборудования, и сейчас, кстати, часть блоков работы не работает, в том числе по причине того, что произошло. Был очень неприятный инцидент летом прошлого года на Хмельницкой станции. По отдельным оценкам, общий урон или убыток, хотя была создана соответствующая комиссия, я не видел результатов работы ее, ну, наверное, они должны быть, не знаю, будут ли они предъявлены обществу. Так вот, общий урон от того, что там вышел из строя трансформатор, оценивается порядка в 1 миллиард гривен украинских. То есть, ну, это... Слушайте, там непонятно, что случилось. Что-то якобы забыли после ремонта. Есть основания говорить, точнее, есть предположение о том, что это могла быть и диверсия. Кто может, кто знает. Комиссия из квалифицированных специалистов Министерства энергетики, самого «Энергоатома», я думаю, госатомрегулирования, вероятно, еще специальных служб, которые тоже имеют к этому отношение, должна установить истину. Но в целом, повторюсь, в ядерной части все достаточно стабильно. Все-таки после Чернобыльской аварии в
такую ядерную энергетику, опасаясь повторения возможного, именно в безопасность вложили сотни миллиардов евро, в том числе кредитных денег. Есть большой кредит Евроатома, который до сих пор, в рамках которого осуществляется повышение безопасности работы украинских станций. И тут я не вижу ничего критического. Другое дело, что вот есть проблемы в ядерной части, есть проблемы с экономикой Энергоатома. Есть иные проблемы. Ну, вот сейчас, если хотите, может, отдельно на них, о них поговорим. Я не знаю, сколько стоит так глубоко в эту тему. А от щодо все ж таки обладнання, ми розуміємо, що обладнання, яким забезпечені наші атомні електростанції, воно вироблялося в Радянському Союзі. Дуже багато підприємств вже збанкрутували і їх порізали та вивезли на металолом до Турції. Така ситуація, як і в Росії, в Білорусі, і в Україні тим паче. Тобто, чи не здається вам, що оця проблема, саме обладнання, яке знаходиться в нас зараз на атомних електростанціях, його просто нічим замінити, і треба робити якісь інші аналоги, чи десь за кордоном його купувати, потім як воно буде сумісне чи не сумісне з нашими атомними електростанціями? Нічого унікального там немає. Більше того, зараз стоять питання, определені по заміщенню того оборудования, которое ставилось еще в советское время, там, аналогами производства иных компаний, то есть большие проекты компании Westinghouse, даже не только топливо поставляют, в общем, там есть попытки заменить. Другое дело, сколько это экономически будет обосновано, потому что Энергоатом во многом из-за политических причин, особенно при каденции президента Порошенко, по сути, полностью разорвал взаимоотношения с российской ядерной промышленностью в целом. Там огромный комплекс, он не сопоставим с украинским. В Украине толком там ничего не делали. В России огромный комплекс, работающий комплекс, который мало того, что строит реакторы, он осуществляет десятки проектов по всему миру под ключ по строительству атомных электростанций. В Украине этого не было никогда. У нас пошли другим путем. У Недашковского, бывшего руководителя Энергоатома, уже сейчас его уволили, я не был, правда, в кабинете, но многие люди говорят, что висел портрет Бандеры. Сами понимаете, наверное, со всеми вытекающими. Речь шла не только о топливе, а о замещении топлива российского дизайна компании ТВЛ производства, но и других проектах, в том числе по замещению оборудования. Много говорили о кооперации с чешской Шкода, хотя Шкода во многом принадлежит тоже россиянам, но они, по сути, занимаются производством оборудования примерно того же дизайна, если можно так выразиться, что использовались на советских станциях. Чего-то критического, вот такого, о чем бы говорили, что нечем заменить, такого нет, конечно же. Другое дело, что есть основания, серьезные основания, это еще было, правда, предыдущем руководстве Энергоатома, что часть работ при произведении планово предупредительных ремонтов ППР осуществлялись не совсем качественно. Есть соответствующие акты проверок со стороны комиссии на отдельных станциях, в частности, Запорожской станции. То есть просто ненадлежащим образом осуществляли ремонт и замену оборудования. Но, опять же, мы говорим о неядерной части. И исключительно. Вот эта проблема, да. И, наверное, за это должны отвечать соответствующие не чиновники, я не знаю, менеджеры, что ли. Правда, Недашковский уже ушел, с него уже, наверное, спроса не будет. Это все имело место, например, в прошедшем году по Запорожской станции. Поэтому вот с этим проблемы. Вот с надлежащим произведением регламентных работ. А яку небезпеку може все ж таки приховувати те, що ми зараз чи використовували, чи використовуємо американське, наприклад, ядерне паливо? Тому що ми розуміємо, що радянські атомні електростанції не були саме під американське паливо пристосовані. Буквально перед Новим годом, якщо не ошибаюсь, наш уповномочений орган в сфері ядерної безпеки, госатомрегулювання, дав добро після багатолітніх експериментів, це були всі експерименти, на промышленную эксплуатацию ядерного топлива компании Westinghouse. То есть речь идет о TVSWR. Это модернизированные тепловыделяющие сборки, которые были запущены в производство после неприятной истории 2012 года, когда на Запорожской, на Южноукраинской станции, она пионер по внедрению, там же в работе смешанного реактора 2011-2012 годы, произошла деформация решеток. Причем
решеток российского топлива. Но дело в том, что оно не было спроектировано под работу одновременно с топливом иного дизайна. Оно просто разное. Mm-hmm. Там разные сплавы. Ну, конструкция в целом одинаковая, понятно. Иначе он просто, это шестигранник, как вы понимаете, он туда просто не упустится, в эту шахту свою. Ну, естественно, что россияне не делились и не должны были делиться ни с кем своими чертежами и своими... как это называется, ну всей документации проектной. Поэтому были искривления, а тогда «Энергоатом» был вынужден выгрузить все топливо не российского дизайна, но было проинспектировано, отправлено там что-то там для проверок «Вестингхаус», да, потом его дожгли, как принято говорить. В других режимах, потому что это экономика. Но в экономике был большой удар по производству. Вот после этого инцидента компания Westinghouse дорабатывала свое топливо, и вот на замену TVSW появилось TVSWR. И вот в декабре прошлого года наконец-то регулятор дал добро на промышленную эксплуатацию. На этой, в минулом росе. Ну да, этому предшествовали... Так соврать, с 13-го, да, 6 лет экспериментального внедрения, вот, наверное, так будет сказано. Ну, а все вы працювали на российском паузе? Нет, до сих пор часть блоков, в прошлом году, кстати, впервые третий блок южноукраинской станции был загружен полностью топливом «Вестингхаус». Сейчас работают частично на этом топливе также блоки южноукраинской и, если не ошибаюсь, два блока на запорожской станции. В перспективе «Энергоатом» хочет довести долю этого топлива до 50%. Тобто 50% пока... российского, а хочет довести еще 50% американского. Ну, сейчас, да, сейчас не российского процентов, так оценочно, наверное, порядка 30%. Ну, там плюс-минус. «Энергоатом» не раскрывает информацию, грубо говоря, но где-то так. По закупкам там другая история, просто считают не по объемам, а по деньгам, а поскольку топливо стоит по-разному, ну, давайте вообще не будем в дебри углубляться. Вы спросили, я постараюсь вам ответить. Понимаете, в чем дело? Ситуация. Смотрите. Порошенко фактично купил палубу в России. Что? Наверное, при Порошенко купили палубу в России. Ну, невозможно. Во-первых, есть контракт. Контракт с ТВЛ действует до окончания работы последнего блока нашего, ну, проектного, по крайней мере. Это еще существенное количество лет, скажем так. Давайте не будем, опять же, сейчас на эту тему спекулировать. И этот контракт разорвать нельзя. Более того, не исключено, что ТВЛ пойдет в суд. Я не знаю, почему они до сих пор не обратились. Об этом ходят. Существуют предположения, даже были заявления соответствующих представителей компании ТВЛ. Просто для этого нужно четко видеть контракты, смотреть, видеть, что там написано, как, при каком нарушении, каких норм. Да, есть такое основание. Возможно, пока они не нарушены настолько, чтобы ТВЛ ожидал позитивного для себя решения в суде. Поэтому, резюмируя, проблема, знаете, в чем? Мне кажется, опять же, я там все-таки... Вопросы мне задаете, конечно, я не инженер ядерный. По вопросам ядерного топлива. Но, насколько мне известно, сообщение специализированных специалистами разного уровня. Проблема в том, что Харьковский центр, где стоит оборудование «Энергоатомом», «Вестингхаус», извините, там же как? Оно для начала, для того, чтобы все это работало, строится модель всего этого хозяйства. Mm-hmm. Потом только загружаются блоки в реальную зону реактора. Вот она считала все это дело для смешанной зоны. Потом, насколько я понимаю, просчитали и для полностью для топлива «Вестингхаус» перед тем, как третий блок южноукраинской станции загружали. Возникает другой вопрос теперь. Как оно дальше будет работать с топливом российского дизайна, а возможно и с топливом новым, который предлагает ТВЛ, модернизированным, с лучшими экономическими характеристиками? Ответа на этот вопрос нет. Более того, есть информация о том, что наши специалисты, они даже не инспектируют сборки. Все потом осуществляется специалистами компании «Вестингхаус», специалисты «Энергоатома», там только какую-то вспомогательную роль играют. И вся информация уходит, естественно, за рубеж. То есть «Энергоатом» тут просто компания, площадка для реализации определенных проектов. Ну, в частности, проекту по внедрению топлива. Это второе. И третье, насколько мне известно, даже если бы «Энергоатом», предположим, там, хотел каким-то образом изменить контракт с «Вестингхаус», еще же непонятно, экономическая сторона этого вопроса. По всей видимости, мы платим дороже за топливо компании. Об этом никто не говорит, в принципе.
чем за российские поставки. Это все тайно покрытое мраком. Но есть как бы косвенное... А еще это державное предприятие «Энергоатом». Ну, это же реально державное предприятие. Ну, слушайте. Вони... Ну, так, а вы видели, мы с вами контракта не видели. Мы даже оценить это не можем. А вони, згідно закону, мають право разголошувати цю інформацію? Ну, чи... контракт конфиденциальный. Я думаю, что... Ну, слушайте, я его не видел и не знаю... Ну, я не видел людей, которые бы его видели, скажем так. А те, кто видели, не признаются вот в том, что там написано. Ну, из как бы ряда косвенных... по ряду косвенных, что ли, источников, или как это правильно сказать, предположений, он подписан таким образом, что в случае потенциальной даже, там, потенциального попыток «Энергоатом» разорвать его, Украине придется выплатить достаточно серьезную компенсацию, скажем так, потому что Вестингхаус на первоначальном этапе работ понес достаточно... Ну, может быть, по меркам Украины, точнее, по меркам Вестингхауса, это глобальная корпорация, не такие большие издержки, но по меркам «Энергоатома» большие издержки на, собственно, реализацию этого проекта для Украины. Но это было, правда, еще в начале 2000-х, там, в 2005-м, не ошибаюсь, при Ющенко была достигнута, собственно говоря, договоренность. Это же все эти истории тянется с 2005 года. Вот изначально эти издержки были понесены компанией Вестингхаус. А потом уже «Энергоатом» начал покупать это топливо и каким-то образом погашать эти издержки. Вот так это все дело и функционирует. Поэтому в целом, ну, поймите одну простую вещь, что понимаете, что может случиться? Там, давайте все-таки так, уже попробуем внедриться. Я могу ошибаться, конечно, я вам выскажу свое предположение. Топливо, которое производит компания Westinghouse по ряду параметров, я уже говорил, отличается от топлива ТВЭЛ. По крайней мере, от того топлива, которое уже эксплуатируется сейчас в реакторах «Энергоатома». Оно, топливо Westinghouse, по идее, должно давать большую тепловую отдачу. Соответственно, должна быть лучшая экономика. Но эксплуатация его на полную невозможна в смешанных зонах. И не факт, что возможно даже в полном объеме, исходя из того, что это все-таки реакторы, которые строились под топливо советского дизайна. И это к чему приводит? Что априори его себестоимость производства по ряду причин, и даже исходя из того, что там коэффициент обогащения концентрата урана выше, себестоимость его выше, «Энергоатом» платит за него больше, чем за российское топливо. А использовать его, грубо говоря, на полную он не может, потому что есть определенные технические нюансы, которые в том числе могут быть связаны с нюансами безопасности. И вот такая вот получается не совсем как бы однозначная история. Ну вот, вот диверсификация как бы полезна, но в итоге она, вероятно, привела к тому, что «Энергоатом» просто переплачивает за поставки топлива из компании «Вестингхаус». Ну вот так. Зрозуміло. А от якщо ми бачимо от політику Євросоюзу, то там дуже скептично відносяться до саме генерації ядерної. І, в принципі, Україна може в рамках якоїсь співпраці з Євросоюзом відмовитися від ядерної генерації атомних електростанцій, які побудовані в Радянському Союзі, наприклад, в рамках декомунізації, наприклад. Ні, то все глупості. Потому что нам нечем заменить 50% производимой электроэнергии. Просто нечем. Это будет невозможно в ближайшие годы. Это первое. Что касается европейского опыта, ну да, в целом, да, делается ставка на ВИЭ, возобновляемые источники энергии. В этом контексте, наверное, стоило бы упомянуть, ну я прямо скажу, это пропагандистская, конечно, немножко история. Об этом многие атомщики говорят, и «Энергоатом» в частности, что, в принципе, если там отбросить вопросы утилизации топлива, они же отнесены на какие-то иные там периоды. Сейчас же нам не, ну, сейчас как-то решается, мы в Россию возим. Надеюсь, на конфликт. Ну, потому что есть контракты, это вопросы глобальной безопасности. Если мы это топливо перестанем вывозить, нам негде будет его хранить после определенного периода. Я о другом. Что вот атомщики спекулируют на этой истории, хотя, может, и справедливо, оно не выбрасывает СО практически. Два. Угу. Ну, это же неископаемый вид. То есть то, что там происходит в реакторе, не производит в итоге к выбросам СО2. Соответственно, не влияет на экологию парниковый эффект. В отличие от ископаемых видов топлива, таких как там, уголь, их как углеводороды и так далее и тому подобное. И в этом контексте они близки к ВИЭ. Но все противники этой методы, модели указывают на то, что вопрос будущей
утилизации и захоронения ядерных отходов, утилизации топлива, отработавшего и отходов, имеет крайне неявное и неясное значение для будущего в целом экологии в каком-то глобальном масштабе. И это огромные там, финансовые и иные затраты. Поэтому все не так просто. Евросоюз, с одной стороны, как бы и не то чтобы совсем против ядерной энергетики, она все-таки не, она углеродно-нейтральна в этом смысле. Это такой, то есть не выбрасывает СО2, практически не приводит к выбросам. Но, с другой стороны, есть вот этот экологический фактор. Поэтому я не сказал бы, что Евросоюз как бы борется против ядерной генерации в целом, тем более он не давит на Украину. Ну, давить... негативно ставится и намагается, я чтобы бы так не сказал. Кількість атомных электростанций идет борьба против источников производства энергии из углеводородных и углеродных ископаемых. Это прежде всего там какие-то мазут, нефть и уголь. Уголь – это вообще просто вопрос номер один. Вот да, с этим идет борьба, и его пытаются последовательно искоренить. Вместо этого увеличить долю возобновляемых источников, там та же ветрогенерация. Ну, ситуация крайне неочевидна, не все так просто. И ближай... есть страны, которые не идут по этому пути. Франция, там до сих пор порядка 70, даже более процентов атомной, ой, господи, электрической энергии. А есть страны, такие как ФРГ, например, которые заявили и последовательно выводят реакторы. Швейцария выводит. То есть везде разные тренды. Просто в Европе проще. Понимаете, в чем проще? Европейская энергосистема в целом достаточно хорошо интегрирована. Построено большое количество интерконнекторов. И это позволяет им маневрировать куда более эффективно, чем это в принципе даже возможно сейчас в государстве Украина. Потому что мы-то хотим отсоединиться от бывшей постсоветской энергосистемы, присоединиться к европейской. Но для этого нужно реализовать достаточно большое количество мероприятий технических. Пока это не сделано, пока это планы. То есть, а Европа может позволить себе перебросить, например, из Скандинавии электроэнергию, произведенную на гидроэлектростанциях, в энергосистему ФРГ, где, например, будет какая-то диспропорция, связанная с тем, что слишком много ВИЭ в этот момент подключены к энергосистеме, а у них нечем маневрировать, нет блоков там. Ну, предположим, опять же, я теоретизирую. Но якобы были такие проблемы с Чехией. У Чехии были проблемы пару лет назад, связанные с тем, что, несмотря на вот всю эту даже интегрированность европейской энергосистемы в целом, чешские потребители в отдельные периоды испытывали дефициты, и диспетчеризация была усложнена из-за того, что их соседи, такие как ФРГ, там, меняют структуру своей энергосистемы, понимаете? Вот. А чехам, они там южнее, им просто было сложно. Ще таке питання. Ви можете пояснити людською мовою? От у нас в Україні нещодавно фактично реалізувався ринок електроенергії. Тобто він якийсь змінився. І для простих людей, для громадян України, ну, дуже незрозуміло, а що змінилося? Крім того, що, можливо, підвищення ціни на електроенергію. Ми розуміємо, підвищення ціни на електроенергію – це фактично удар по кожному українцю. І чим от ринок електроенергії, який зараз у нас запровадили в Україні, чим він загрожує у майбутньому громадянам України? Ну, ви знаєте, зараз, то вже язик пересох. Ну, так в двух словах и не ответишь. Во-первых, пока действует мораторий на тарифы, еще правительство Гройсмана его... Ну, да, фактически, рынка еще немає. Закон есть, рынок але есть, но он не касается бытового потребителя. Понимаете? То есть пока население никоим образом всю эту историю с рынком не почувствовало по себе. Вообще, изначальные прогнозы говорили о том, что рост тарифа для населения возможен в пределах двух примерно раз по отношению к действующему тарифу. Средний тариф был порядка гривна 30 за киловатт-час, потому что там же две ставки. До 100 киловатт-час и выше 100 киловатт-час. Там разная цена. Но это где-то мы в государство, ой, не государство, вышли бы на уровень, ну, если в два раза примерно, то где-то примерно 2,6 гривны за киловатт-час. Но рынок повел себя очень странно, нетипично. Сначала был как бы рост в июле прошлого года, потом перед Новым годом, ну, сейчас нетипичная вообще ситуация, очень теплая зима, профицит электроэнергии. Некоторые субъекты нашей политики, тут прямо называлась фамилия господина Геруса, они были, выступили лоббистами внутренних игроков, они открыли рынок электроэнергии, точнее, открыли возможность импорта электрической энергии из Российской Федерации, Белоруссии, а поскольку там везде профицит, и там относительно дешевая электроэнергия, она, конечно, мощным потоком начала перетекать сюда. И теплая погода,
нормально теплая погода, плюс открытый импорт привел к тому, что вот на рубеже Нового года, там в декабре месяце, вообще, помните, зимы же не было, цены рекордно обвалились на рынке, понимаете? То есть, по идее, они обвалились до таких параметров, когда угольная генерация внутри государства Украины просто не могла экономически безубыточно работать. Сейчас там, под давлением объективных факторов правительства, точнее, господин Герус пошел, как бы дал задний ход, были приняты соответствующие поправки в законодательство, это все же протягивалось. Сейчас поставки возможны только с территории Белоруссии. Цены в конце января выросли примерно там до параметров осенних прошлого года. Вот. Это если мы говорим сейчас о том, как работает рынок. Это цена на рынке на сутки вперед. Потому что рынок состоит из трех сегментов. Я подхожу к тому, что, ну, чего можно ожидать для населения. По сути, тариф для населения, так или иначе, согласно той модели рынка, которая уже запущена с июля месяца прошедшего года, он был бы примерно таким, как цены на рынке на сутки вперед. Что это такое? Это биржа, где каждый день продаются какие-то объемы электроэнергии с условиями поставок на завтра. Вот что такое на сутки вперед. Mm-hmm. То есть сейчас бы это было... А, ну тут же тоже еще нюанс. Смотрите, Кабинет министров Украины перед запуском рынка ограничил, понимая, что возможна диспропорция, ограничил цены на рынке на сутки вперед, если не ошибаюсь, где-то порядка 1 гривны 64 копейки, угу. чтобы они не улетели. То есть пока, по идее и в теории, если полностью заработает рынок, то население не должно в целом покупать электроэнергию дороже, чем гривна 64. Но это при умове, якщо тепла зима и фактично зима немає. Это все от биржи зависит. Никто не знает, как поведут себя цены дальше, понимаете? Я же сказал, это все Да, это получилось сейчас. Что будет дальше, мы не знаем. Это потенциально, если дії мораторій більше, ніж гривна 60 копійок, ціна не буде стримувати. Мы сейчас говорим, средневзвешенный тариф не гривна 60. Он будет порядка гривна 30, гривна 35. Потому что я сказал, часть электричества продается по цене 99 копеек с НДС, а часть по гривне 68. И между ними же нужно найти среднее взвешенное даже, потому что разные объемы продаются. То есть порядка вот это гривна 35, то есть зависит от объема потребления, но мы сейчас не будем в нюансы углубляться. Возьмем там, пусть будет гривна 35 для населения. Он пока такой и сохраняется. А вот если тариф будет отпущен на свободное плавание, он может быть и гривна 60, ну, и он просто будет гривна 60 за все объемы, которые есть. И, к сожалению, скажу вам откровенно, население Украины в рамках той либеральной модели, которая предложена вообще-то еще до нынешней власти и успешно реализуется нынешней властью или просто реализуется, конечно, рассчитывать на падение существенных тарифов не стоит. Дай бог, чтобы они не выросли. Но, повторюсь, это зависит от множества факторов, от множества. И поверьте, теплые зимы будут не вечно, понимаете? Вот, ну, в принципі, потенційно українців чекає все ж таки підвищення суттєвого. Да, тарифи бытового потребителя будет расти, это неизбежно. Ну, поймите, дело даже... Нет, если бы государство Украина не реализовывало модель либерального рынка, то можно было об этом говорить. Есть государственное регулирование тарифов, пожалуйста. Оно реализуется во многих странах, понимаете? Просто у нас эта модель не признана властями неправильной. Все. Почитайте, что написано во всех законах принятых. Соглашение об ассоциации. Там прямо написано с Евросоюзом, который мы там имплементируем в свое внутреннее законодательство, что тарифы на все виды энергоносителей и услуги ЖКХ должны быть рыночными. Ну, тогда нужно, как вы понимаете, чтобы не допустить их колебания или роста, потому что они, конечно, могут и падать, как показали тарифы газовые, но, как правило, они все-таки имеют тенденцию к росту. А может быть такая ситуация, когда, если запрацює все же таки без каких-то обмежень цей механизм так званого рынка электроэнергии, у нас там электроэнергия будет вартувати 50 копеек. Для этого нужно настроить здесь, непонятно за какие деньги, такое количество объектов генерации, чтобы они могли производить столько электроэнергии, чтобы этот профицит был стабильным. Угу. Так еще ж вопрос себестоимости, понимаете? У нас есть вот атомная генерация, у нас помирает промышленность, которая потребует очень много электроэнергии. Это же будет, по сути, цей профицит, или нет?
Не знаю, где он там помирает, но это отдельный разговор. Смотрите, уже все не все так просто. Начнем с того, что да, себестоимость производства энергоатома операционная низкая относительно. Они постоянно просят себе роста тарифа, роста, требует этот регулятор. Регулятор не может им повысить тариф, понимаете почему? Если повысить тариф существенно для половины производимой электрической энергии, что придется делать? Украинцы за это будут сплачивать. Объективно просто. Это же все потом, да, несмотря даже на наличие биржи, это приведет к тому, что повысятся тарифы по двусторонним договорам и, в общем, со всеми вытекающими. Поэтому регулятор сдерживал всю эту историю. Сейчас он квазирыночными методами пытается сдерживать. Действует механизм так называемых спецобязательств, в рамках которого компания «Энергоатом», если не ошибаюсь, 90% электроэнергии продает по фиксированной цене, несмотря на наличие рынка. А эта электроэнергия идет куда потом? В том числе, прежде всего, населению, на удовлетворение этих всех потребностей. Если спецобязательства отменят, то что, будет чистая биржа, то, конечно, тариф энергоатома вырастет, и все будет для них в шоколаде. Но тогда тариф для населения тоже существенно вырастет, со всеми вытекающими. Поэтому вот так оно все работает. Понимаете, либо нужно продолжать эту рыночную реформу до конца, понимаете, с определенными возможностями и ограничениями, не допускать такого лоббизма, который был допущен господином Герусом, потому что он прямо ударил. Там же, понимаете, что еще получается? Вот смотрите. Окей, входящая электроэнергия есть из России. Она там дешевая априори, потому что там есть много атомных станций, там это все, у них, посчитайте, сколько они за последние годы только реакторы ввели. Там есть мощная гидрогенерация с низкой очень себестоимостью производства. Вообще Россия огромный энергокомплекс имеет, несопоставимый с украинским. Это просто небо и земля. Конечно, было бы выгодно с ними там взаимодействовать как-то стратегически, но поскольку все разрушено, тут же стоит вопрос, что делать дальше. Разрушили все. Ну, и что получилось? Когда пустили этот импорт сюда, внутренние производители просто начали загибаться. Я говорю прежде всего о тепловой генерации. У них себестоимость относительно высокая. Она же тоже объективно формируется. Например, из цены угля. Понимаете? Роттердам плюс дуже цікаве формування ціни. Ну, это все уже в прошлом. Никакого Роттердама уже полтора года как нет, понимаете? Мы сейчас давайте не будем вспоминать прошлое. А сейчас, пожалуйста, ты купил этот уголь? По любой цене покупай. Тебе главное потом на бирже эту электрическую энергию, я же почему говорю, когда цена обвалилась до 70 копеек за киловатт-час с примерно 1,5-1,6, то часть атомной, тепловой генерации просто попала в ситуацию, когда они априори не могут продать эту электрическую энергию, понимаете, в принципе. И что с этим делать? Ну, тоже поймите, окей, ну давайте, можно сказать, давайте мы их остановим. Или как Герус говорил, а пусть там их продают кому-то. Ну, продадут, а дальше что? Оно что, заработает после этого с экономической выгодой? Нет, не заработает. Потому что блоки старые, они самортизированы. Там некоторые блоки по два ресурса отработали. Но от них отказаться тоже невозможно. Я объясню вам почему. Они вырабатывают примерно треть, ну, в разные периоды, там чуть меньше, треть всей электрической энергии. Но они несут на себе нагрузку в качестве маневренных мощностей. Это крайне важно. Сам «Энергоатом» или «ВИЭ», которые, кстати, создают еще куда более существенный дисбаланс, прежде всего, с точки зрения платежей, потому что они производят очень мало, они производят с точки зрения качества далеко не самую качественную электроэнергию, потому что они не могут маневрировать. Но они потребляют огромное количество денег с рынка. И тут ситуация уже зашла в тупик. Понимаете? То есть сам «Энергоатом» работать в базе может, но он не может покрывать вечерние и утренние пики. А их нужно кому-то, их кроме угольной генерации и в отдельные периоды. Кстати, в этом году будет очень печальная ситуация. Нет снега. Нет снега ни в Белоруссии, ни в России. У нас будут проблемы большие. Если в прошлом году мы, кстати, покрывали, в начале лета было много снега, выпало там, и реки были полноводными, и на фоне относительно, скажем, стабильного спроса на электроэнергию от внутренних потребителей, Укргидроэнерго давала там в отдельные периоды 10 и более процентов. В этом году этого счастья не будет. А именно это то, что именно позволяет маневрировать и не по... Ну, все-таки уже проблемы самые... Да, поэтому от угольной генерации, несмотря на все ее там, возможно, проблемные моменты, себестоимость, экология, отказаться невозможно. Или нужно ввалить огромное количество денег на строительство неких иных, чистых и таких источников. Это миллиарды, их нет. Понимаете, нужно найти, соблюсти какой-то некий разумный баланс. Понимаете, в чем дело? Рынок, по идее, все может порешать в теории, но как он порешает? Вот видите, он не решает. А от якщо ми подивимось, тобто ціна на електроенергію в Україні атомної генерації дуже низька, потім іде за ціною трохи більше дорога – це гідрогенерація, і найдорожча – це генерація газова і вугілля. Я правильно розумію? Ні, найдорожча – ВІЕ.
Самый високий тариф у сонячних станцій. А ну, так, це вже, я так розумію, це зелений газовий тариф. У нас, ну, у нас газовий тільки ТЕЦ, там дуже маленька доля. А зелений тариф, це ж, я так розумію, все ж таки штучно створили таку ціну за там 5-6 гривень. Смотрите, у них все равно висока себестоїмость. Во-первых, капітальні издержки нужно понести. Это не дешевое все хозяйство. Ну, таким образом, конечно же, государство искусственно стимулирует развитие ВИ. Это понятно. Ну, суть, есть закон. Я не знаю, что теперь делать. Настроили столько всего этого хозяйства. Да, щодо закону. Там, я так розумію, внесли поправки, які забороняють маленькі електростанції, саме сонячної генерації, використовувати на землі. І, тобто, вже це все діло відмінили. Да, була така історія, її ще в прошлому році відмінили. А, тобто, а це хтось пролобіював? Там, чи я сказав, проблема в другому. К сожалению, этот механизм превратился в значительной степени в целом, не только о частниках в том числе. Не вопрос экологии, и заботы о нашем будущем, а вопрос зарабатывания банального денег, выкачивания денег из энергосистемы. У нас сейчас стоит вопрос на повестке дня. Министерство энергетики пытается договориться с, прежде всего, с объектами промышленной генерации, альтернативной вот этой ВИЭ, о снижении добровольного зеленого тарифа. У нас рынок не может им платить просто. Нечем платить, денег нет. В следующем году нужно будет заплатить почти в два раза больше, чем в этом году. Это зеленый тариф, а выплачивать его нечем. Ну, правильно. Он же собирается откуда этот зеленый тариф? Деньги-то откуда? С нас с вами. И есть ли разница в тарифе между Энергоатомом и солнечной станцией примерно там почти 10 раз? Понимаете, наверное? Угу. То кем-то же эта разница должна компенсироваться. Вот к чему идет все. Потребитель платит мало, ну, бытовой. Не, можно, конечно, повысить в два раза тарифы для населения. Можно, в теории можно. Но возникает другой вопрос, тогда что дальше? Понимаете, это опять же, это долги, это субсидии. Додатковое навантажение на бюджет будет? В том числе, да, в виде, конечно, придется государству. Люди, что зарабатывать сразу много не будут, они и так. Ну, что-то заработали, конечно, идет какой-то номинальный рост доходов, более-менее ситуация стабильная. Ну, пока относительно стабильная. Мы видели рост торгового оборота в 2019 году. Такой, ну, по крайней мере, рост ВВП точно зафиксирован, но он был. Другое дело, что благодаря там великим кормчим у нас обвалилось промпроизводство. Это уже, ну, другой разговор. Кстати, снизилось потребление электроэнергии. Ну, оно снизилось в том числе из-за очень теплой зимы, конечно, да. И плюс, к сожалению, особенно второе полугодие показал очень неутешительную статистику по промпроизводству, а промышленность у нас много потребляет электричество. Поэтому у нас даже в прошлом году, по-моему, на 1,9% потребление электрической энергии снизилось. А производство еще снизилось, потому что у нас импорт увеличился. Ну, это уже там нюансы, я не хочу в это внедряться. Но вот импорт сыграл такую злую очень роль, хотя, по идее, это в либеральном рынке. Импорту нельзя ставить препоны. И когда мы интегрируемся полностью с рынком Евросоюза, ну, к чему ведет нас наша власть, то там будет течь электроэнергия в обе стороны. Я не знаю, правда, давайте не загадывать вперед, пока вся эта история там откладывается. Даже не 22-й, скорее всего, а на некие последующие годы. Не решены ряд иных вопросов. Но вот пока ситуация обстоит таким. Плюс, возвращаясь к работе с белорусами, они вот запустят в этом году, они запускают блок на белорусской атомной электростанции, то, что им Росатом строит. Беларусь сразу превратится в мощно профицитное государство, потому что там 1200 мегаватт установленной мощности в этом блоке. Ну, сразу, они сейчас дефицитное государство, из России берут электричество, превратятся сразу в мощно профицитное. Вот и поглядим, как оно будет. В принципе, украинская власть на следующий год в прогнозном балансе Минэнерго задекларировала рост импорта электроэнергии в 2,8 раза к 19-му. Ой, следующий, на этот год, извините. 20-й к 19-му. Это, конечно, если все произойдет, это еще дополнительно ударит по производству внутреннему. Ничего хорошего особо не радости какой-то несет. Энергоатом тоже уже даже письма писали. Ну, что он сказал? Я не знаю, честно говоря. Но объективно складывается не очень радостные. Именно для генерации внутренней не очень радостные перспективы именно в 2020 году. Угу. Зрозуміло. А от якщо ми подивимось на, в принципі, генерацію зеленого тарифу, якщо в бюджету не буде грошей і на енергоринку не буде грошей, то для України це стандартна ситуація. У нас теж є в Конституції записано безплатна медицина. Ми фактично її дуже погано бачимо, цю безплатну медицину. Просто людям, які виробляють електроенергію за зеленим тарифом,
будуть говорити, постривайте, почекайте рік, два, три, чотири. Ми вам облігацій українських понавипускаємо, понадаємо. Ну, тобто, якимось чином, скоріше за все, так буде. Було в 15-му. Ну, смотрите, так вони ж по закону пойдуть в суд і все відсудять потім. Таке було в 15-му році, було вже, коли просто не платили, платили менше. Тоді був просто державний енергоринок, ГП. Зараз його немає в принципі, зараз біржа, розумієте? Зараз ситуація помінялась формально, їм ніхто не... Все, їм не можна препятствувати. В законі написано, що їм не можна препятствувати производити і здавати це все господарство в енергосистему об'єднану. Понимаете? А чем платить, я не знаю, были долги, нет, гарантированный покупатель, это то, что с ними, то, что пришло на смену энергорынка, скажем так, не хочу, и теперь расплачивается СВИЕ, в частности, допускал существенный рост задолженности на протяжении второго полугодия 2019 года. Сейчас ситуация чуть улучшилась, но она будет ухудшаться. Я сказал вам, что в следующем году заплатить нужно по году валом почти в два раза больше. Этому всему хозяйству. Этих денег, этот объем денег, он не из бюджета, смотрите, это принципиально важно. Бюджет к этому никакого отношения не имеет. Он от потребителя. То есть кто-то должен генерировать, по-моему, речь о 12 миллиардах гривен, если не ошибаюсь. Это огромная сумма, на самом деле, в масштабах энергорынка огромная сумма. Просто они производят вот столько электроэнергии, а хотят вот столько денег. И запретить им это сделать нельзя, никак. С ними можно только добровольно договориться, я уже говорил об этом. Ну, например, то, что, о чем вы говорите... закон видны. Слушайте, нет, так это будет закон задним числом. А в законе, который, извините, написан был передним числом, там четко зафиксированы все обязательства. И они действительно выиграют суды, это правда. Что делать, я не знаю, нужно было раньше делать. Раньше нужно было, хотя это очень непопулярная была бы мера, нас бы ополчился бы и Евросоюз, и многие другие организации, потому что ЕБРР активно кредитует проекты, например. Понимаете, тут каждый, это капитализм называется. Понимаете, каждый находится в своем, как это сказать, на своем месте. И человек, который там, или субъект, который, например, инвестировал 50 тысяч евро во все это дело, понимая, конечно же, прекрасно все понимаю. Думаю, те, у кого есть 50 тысяч евро на солнечную или ветростанцию, все прекрасно все понимали. Понимаете? Ну и, по большому счету, да, проблемы кого там, бледнолицых, индейцев, или наоборот. Помните, наверное, эту поговорку. Да, так, вождя, все, они теперь сидят начинают. И говорят, дайте нам наши деньги, не дадите, мы вас будем засудим. И действительно засудят. Другое дело, что, может, конечно, можно бесконечно не платить, но вы поймите. Ну, суды, может, у нас и РИК, и 2, и 10, и ты. За ними стоят интересы. ЕБРР, в частности. ЕБРР дает сотни миллионов евро на ряд проектов. Есть открытые кредитные линии. Они, не ошибаюсь, последние, тогда закончилось. И там 250 миллионов евро. Вы поймите, что это ударит по интересам. Эти все многие объекты, особенно промышленные, строились за кредитные ресурсы. Вы поймите, что они просто не смогут обслуживать кредиты. Кредиты выданы кем? Я уже сказал, там и западные банки есть, украинские сейчас не знаю, раньше были, но бог с ним. Там были государственные украинские банки. Я думаю, что тем кредитам уже каюк. Те, кто знает, понимают, о чем я. Но тут заинтересованы. Представьте, что такое не отдать кредит ЕБРР. Что будет дальше? Вызовут кого? И министра, извините, дебила Милованова, ну, о нем такой сказал господин Коломойский, и самого премьер-министра поставят просто на ковер и заставят рассчитаться. Все. Вот. То есть страна находится под внешним управлением. Это все маленькие частности, но на этих диспропорциях четко видно, куда вся эта история ведет. Нужно было раньше решать эту проблему. Действительно, раньше. Это проблема. Это колоссальная проблема для энергорынка. Сейчас, повторюсь, пытаются добровольно договориться. Як воно буде, я не знаю. А може Кабмін просто з цього приводу зробити емісію гривні і таким чином закрити ці питання? Це ні на що не повлияє, тому що зелений тариф прив'язан к курсу євро. Все давно посчитано і просчитано до нас. Якщо буде емісія гривні, просто курс підскочить і платити потрібно буде, условно говоря, не 9 гривен, а 13 гривен. Все. Тобто зелений тариф прив'язан к євро. Курсу євро. Ну, тобто, навіть якщо буде емісія гривні ініційована, тобто, фактично, вони не зроблять нічого з цієї ситуації. Так, вони не пробиваємо в цьому смислі. Ну, слушайте, що я можу вам сказати? Когда-то, це в 2009 році, коли вперше був прийнятий закон електроенергії, там это же, там появился, в 2009 году этот зеленый тариф. Все это были такие, знаете, детские игрушки. Там была мизерная доля, что-то там по чуть-чуть это ставили, строили. Пока эта доля не начала расти, и пока не появились спекулянты, или как это, желающие заработать на этом. Они поняли, что это легкий бизнес. Ну, а вы рекомендуете украинцам ставить солнечную генерацию себе, например, у кого есть деньги, на дома? Почему нет? Пока да. Ні, ну, тобто, смотрите, це поки що вигідно, і закон це не відмінять. Ну, що їм сказати? Ні, ну, зараз просто міняються вже ставки, їм потрібно було чуть раніше об цьому думати.
В целом, ну, я не знаю, что будет делать с этим государство, но людям выгодно, да, это правда выгодно. Если вы еще подключитесь к энергосистеме, будете сдавать это все дело в энергосистему по зеленому тарифу, конечно, выгодно. Да, я рекомендую. Но если там совсем патриоты, они могут задуматься о том, чем я говорил раньше, и все-таки отказаться от этого. Ну, слушайте, патриоты все на Майдане были. Відмовитися від чого? Від ограбления, по сути, ограбления других потребителей, которые живут с вами же рядом. Просто это все будет оплачиваться кем-то, живущим рядом с вами, если мы говорим о частном домохозяйстве. Ну, тобто, це така у кого схема нет этой штуки. Вимивання грошей з енергоринку України. Энергорынок – это просто механизм, смотрите, перераспределения. Он сам ничего не производит, ну, сам рынок. Он просто перераспределяет деньги от потребителя производителю. Все. Все. То есть нужно взять у потребителя и передать каким-то образом производителю. Просто Энергоатом получит столько-то, а ВИА получит вот столько-то. А доля у них производства Энергоатома столько-то, а ВИА вот столько-то. А вот, вот, вот колоссальный... Ну, что еще важно четко понимать? Богатые, стабильные экономики, такие как ФРГ, вложили, наверное, уже сотни миллиардов евро. Совокупно, я говорю, в развитие ВИА. Там и солнечная генерация, и лидеры. Но они могли себе это позволить. У них есть эти деньги. Они в том числе внутренний рынок развили, там, оборудование и так далее, ну, на каком-то периоде, скажем, пока не пришли китайцы, не всех не затоптали. То есть мы по производству панелей, например, по ветру, там тоже отдельно, ну, не будем углубляться, это все частные уж конкретные. Они могут себе это позволить, правда могут. По сути, это все субсидировалось за счет зеленого тарифа. Но такие государства третьего мира, которым является Украина, как показывает практика, Укрэнерго уже воют просто, они знают, что делать дальше. Ну, как бы Укрэнерго пока оператор системы, в этом гарантированном покупателе, который деньги сейчас платит, уже реально воют, потому что они не признаются так сильно на пол. Укрэнерго четко, некоторые представители говорят, надо что-то делать с этим, ребята. Уже мы не можем дальше так. Мы не. Конечно, если бы у вас или у меня стояла станция, что бы, конечно, а что? Мы же производим экологически чистую энергию. Тут вопрос о том, кто где сидит. Понимаете, это капитализм. Конечно же, в плановой экономике уже давно бы приехал бы отряд матроса-железняка и просто-напросто сказал бы, друзья солнечные, вот вы будете получали 15 копеек, будете получать 3 копейки. Если вы не согласны, мы вас, дорогие друзья, просто отсоединяем. Да, это незаконно, это волюнтаристски, но это вопросы управления экономики в целом и подходов. Ну вот идите хоть судитесь там новых веников. Но это же для украинского государства не возможно, по крайней мере, при текущих реалиях. Вот и все. Поэтому надо было сначала заработать экономике денег побольше, а потом уже пытаться внедрить опережающими темпами, я, кстати, не побоюсь этих слов, то, что было в 2019 году, это были опережающие темпы. Внедрение, там мощности выросли установленные более чем в 2 раза, по-моему, по статистике всех ВИА. Так вот потом нужно было опережающими темпами внедрять, когда было общество готово. І взагалі економіка готова. А прийшло, як завжди. З нами був експерт у сфері енергетики Дмитро Марунич. Це була програма «Без протоколу». До зустрічі!